У нас собрался стол на берн. Это один раунд и четыре сдачи. Так, немножечко не слышно, да? Как стол тут у меня трещит. Так, 20 точка у меня. Давайте попробуем записать. Так, у меня сейчас новый девайс. Еще осваиваюсь записью. Давайте выкинем манера. Что-то интересное в бамбуках нарисовывается. Так, у меня три пары. Может быть, получится 1, 2, 3. Смешанный ряд, не 2, 3 бамбуков. 4, 5, 6 символов. 7, 8, 9 точек. А может быть, будут нижние, кстати. У меня неплохой потенциал, в принципе, на нижние. То есть я могу взять, например, тройку бамбуков слева на чоу. Или панги пообъявлять. А верхние выбросить все кости. Ну давайте пока не буду открываться на верхние. Сейчас посмотрим, что придет со стены. На самом деле кандидат на снос семерка символов. Потому что если я хочу собрать смешанный ряд, то мне эта семерка не годится. 4, 5, 6 мне она никуда не ложится. Давайте вот так сделаю. А если что-то в нижних собирать, то, естественно, не годится ни семерка, ни пятерка. Девятку. Так, игрок слева собирает. Как интересно. Игрок слева собирает бамбуки. Ну, давайте попробуем. У меня вот, видите, четыре пары собралось. Может быть, что-нибудь получится все-таки в нижних. Если мне сейчас накидают нижних, а у меня уже 5 пар. Смотрите, как интересно. Наверное, есть смысл пары собирать. Нужно попробовать. Так. Так, вот игрок справа тоже собирает. Нижние, интересно. Нет, или просто точки она собирает. Похоже, девочка. Ну вот, шестерка поздно пришла. Я уже перестроился на пары. Панги не хочу объявлять сейчас. Да, у меня пока что на руке только пары. Ага, вот и маджонг. Быстро, кстати. Так, это смешанный тройной чоу. Неплохо собралось. Так, у нас, кстати, я не сказал, да, напротив меня игрок с черным поясом. Сейчас стол вернется, мы увидим, да, вот она сейчас слева будет напротив от меня. Слева от меня игрок с коричневым поясом и справа с зеленым. Так, а здесь у меня много одиночных аниров. Как интересно. Ну, это, естественно, не... Ладно, я выкину анира, эти не нужны. Это никакое не... переплетение и не 13 сирот. А что у меня есть было на переплетение? 1-7 точек, 3 символов, 2-5 бамбуков. И 4 онера, 9. Да нет, этого мало. И нормальные связанные кости. Сейчас он в символах еще придет. Ну, должно прийти по теории вероятности просто. И все. Я буду собирать что-нибудь из серии, например, смешанного ряда. Так, с другой стороны, в принципе, можно собрать и переплетенный ряд. Если я сейчас наберу хорошие кости в мастях, избавлюсь от аниров. А в мастях мне годится, опять же, то, что я говорил, 1-7 точек. Значит, мне нужна четверка, шестерка, девятка символов и восьмерка бамбуков. Так, все аниры разобрали почти, да? Игрок напротив собирает символы. Ага. Так, а вот это уже интересно. Вот смотрите, да? Смешанное тройное чоу. Мне нужны только на все мои чоу еще кости. А четвертый сет у меня есть. И
Четвертый сет у меня есть. И пара у меня, в принципе, тоже есть. Вот я сейчас забью закрытый панк. И будет пара. Так, при этом игрок справа собирает бамбуки. Игрок напротив... А, нет, символ она сбрасывает. Так, интересно. Может, она собирает все-таки... Нет, это мне точно не нужно. Может, она собирает все типы напротив. Но не берет драконов. Так, шестерку тоже не берет со сноса. Интересно. Четверки выбрасывает. Наверное, четверки нужны игроку справа от меня. Но ей не взять четверки. Так. А игрок слева, похоже, собирает точки. Вот они все поделили масти между собой. Значит, игрок слева мне скинет сейчас единицу символов, скорее всего. Но это мне точно не нужно. Хотя не, давайте так сначала сделаем. Не хочу давать бамбуки раньше времени игроку справа. Так, девятку я сношу. Значит, мне нужна единичка символов и двойка точек. И все. Угу. Игрок слева собирает чистый ряд, похоже, да? Так. А может быть, игрок напротив собирает какие-нибудь там смешанные... А, чистые смещенные. Чего, извините, чистые. Пятерка. Пятерка пока полежит. Вот, игрок панк берет. И у нее там, наверное, еще что-нибудь из серии пятерок или четверок. Девятки у нее нет. Восьмерка. Вот так вот это мое. И я сейчас выхожу на просящую. Отлично. Так, семерка может идти налево. Нет, напротив. Это что, это просто цепляющая рука? Нет, подожди. А, это смешанные и смещенные, извините. Смешанные и смещенные чел. Так, что-то мне не очень везет. Двойка одна была. Слева и все, да? Одна была закрыта, одна была открыта. Двойка слева. И больше двоек на столе не было. Так, значит, это у меня что-то... Какие-то чоу. Выкидываю лишние анира для начала. И смотрю, что у меня происходит. Может быть, получится чистый ряд. Будем надеяться, да, в символах. Только нужно еще четверку или пятерку взять со стены. Получится вполне себе чистый ряд. А вот что делать с 8-9 точек, вопрос интересный. С другой стороны, мне может получиться и смешанный ряд. Смешанный ряд. 1, 2, 3 бамбуков, 4, 5, 6 символов, 7, 8, 9 точек. Опять же, нужна четверка, пятерка символов. Так, я, скорее всего, сейчас пробрасываю тройку бамбуков, потому что она вот здесь самая бесполезная. Она мне сохраняет максимум вариантов. А, вот так приходит, да? 2, 3, 4... Можно собрать смешанные и смещенные чоу. 1, 2, 3, 2, 3, 4, 3, 4, 5. Да? 1, 2, 3 символов, 2, 3, 4 бамбуков, 3, 4, 5 точек. Давайте все-таки вот так выкину, не хочу ждать в край. Я лучше заложу все-таки на смешанные и смещенные или на чистый ряд. А игрок слева, между тем, выбрасывает анира. Она... Еще не избавилась от аниров, видимо. Так, вот, удачно. Значит, можно подумать о чистом ряде. Девятку бамбуков я выбрасываю сейчас. У меня пара нет на смешанные и смещенные чоу, а на чистый ряд есть пара. Поэтому при прочих равных чистый ряд приоритетнее.
Ну вот, например, пара появилась на смешанные и смещенные чоу. И, кстати говоря, у меня на нижние уже 10 костей. Нижние. Может быть, нижние собрать? Так, это у меня, значит, 3 пары. Я четвертую прокинул. Восьмерок. Так. Нет, не хочу брать. Я пока не знаю, что я собираю точно. Но, в принципе, вторую четверку я, наверное, уже возьму. Вот двойка выходит моя. Ага. Ну, хорошо, давайте тогда так. Давайте все-таки нижние соберу. Тогда я уже готов взять четверку. Значит, двойки у меня. А двойки могут быть двойки, тройки на чоу. Да, вот эти вот 1, 2, 3, 2, 4 в бамбуках. Давайте вот возьму вот так. Ага. Тогда у меня будет 1, 2, 3 символов. И 2 чоу в бамбуках. 2 единички вышли, 1 четверка вышла. В принципе, у меня еще есть шансы. Игрок напротив при этом собирает как будто смешанный ряд. Так, панги у меня. Вот те могут получиться. Если я на паре оставлю двойки бамбуков. А, две шестерки уже вышли. Шестерки могу выбрасывать. Давайте тогда. Что игрок справа такое собирает? На переплетение, что ли, хочет собрать? Характерная картинка просто для переплетения именно. Ага, вот игрок напротив смешанный ряд уже организовал себе. Так, тогда мне с игрока слева, вот отлично, нужны бамбуки. Игрок слева, я надеюсь, не накидает бамбуков. Она у нас избавляется от двойки, от пятерки. Ну, скорее всего, накидает. Единичка точек. Кому-то может быть нужна, нет. Единичка точек. Куда может идти? А двое, кстати говоря, не особенно и видно. Только одна двойка точек видна открытая. Тройки. А, вот так, да? Ну давайте тройку бамбуков дать тогда. Но если что, опять же, я выкину четверку. Вот она, двойка, хорошо. Так, значит, тройка бамбуков мне годится на 4 нижних. Давайте. Я не хочу ждать эту тройку. Я лучше вот так сыграю. Есть еще шанс взять последнюю единицу бамбуков, кстати. Четверка мне тоже годится. Ну, так, восьмерка. Восьмерка могла идти, по идее, налево, но там, похоже, игрок, который не готовый еще. Вот он, маджонг на последней кости. Отлично. Так, это я ограбил. А, ну почти лидера. Так, я сейчас на первом месте. А, она восьмерку не на шестерку ждала бамбуков. У нее был смешанный ряд слева. А игрок справа все собирала, да, переплетение. Она была на предпросящей. Игрок напротив. Собирала смешанные и смещенные, да, на точку. Семерку точек ждала. Так, вот это я удачно перестроился. Видите, да, вместо того, чтобы ждать тройку, я как раз очень хорошо выстроился на единичку. Так, а вот здесь у меня интересная картинка, похожа на верхние, кстати. Да, у меня уже есть 3 пары верхних. Восьмерка на чоу. Хорошо, что не на панк. Так. Давайте-ка я вот так сначала выброшу. Дракончики зашли. Может быть, есть смысл чуть-чуть подождать с дракончиками, не выбрасывать их. Но, в принципе, если ничего там к ним не зайдет, то я его выкину. Вот такие большие кнопки в новом интерфейсе.
Не то, что новый интерфейс, просто новое устройство, на нем немножечко по-другому все отображается. Так, семерка. Ай-яй-яй. Семерка выходит. Ну, окей, давайте так. Так, я тогда скорее заложусь на восьмерку точек. Будет пара, например, панк шестерок. Ну вот да, похоже, надо верхние собирать. Давайте. Так, верхние. Или смешанные, смещенные чоу наверху где-нибудь там, да, 5, 6, 7, 6, 7, 8, 7, 8, 9. Панк этот мне ни в коем случае не нужен. Если я беру восьмерку только на чоу, ага, вот приходит. Кстати, да, можно оставить вообще шестерки на паре, шестерки точек. Выбросить восьмерку, ждать что-нибудь к семерке бамбуков. То есть мне, очевидно, бесполезная четверка точек сейчас. Вот, отлично. Что с семерками? Одна семерка у меня видна, и все, вот вторая семерка вышла. Мне в дырку приходится ждать эту семерку. Другой пары у меня, кстати, нету, кроме шестерок. Я шестерку на панк не беру, потому что она мне годится как пара. Я лучше буду ждать две стороны, например, на бамбуке. Или семерку в дырку, тогда семерку символов. Так, смотрим, что мне игрок слева такое подкинет. Ничего полезного не подкидывает. Вот, отлично. Со стены все собирается. Ну, тогда я жду только семерку. Нет. Нет, нет, нет. Потому что, да, смотрите, если я объявлю панк... Вот он, мой маджонг. Панк шестерок, я останусь с ожиданием восьмерки. Или шестерки. Шестерку вообще неудобно ждать. Восьмерку чуть менее неудобно. Но это не серьезно, конечно. При этом одна семерка была слева. Так, четыре верхних я собрал, да, сначала нижние, потом верхние. Игрок слева собирала, а видимо тоже верхние. Она, может быть, хотела смешанное тройное, она поэтому не выбрасывала сначала единицу, двойку. Может быть, она внешнюю руку хотела. Или, может быть, верхние, если бы зашли. Единицу символов она зря скинула на самом деле, мне так кажется. Игрок напротив собирала все типы и вышла как раз на просящую со сносом семерки. Да, вот ей немножко не повезло. Мне повезло, да. Игрок справа собирала нижние, причем 5 пар у нее уже, да, как вот у меня в самом начале было. Она могла попытаться собрать панги. Но, кстати, она не объявила панк единиц бамбуков. Она, видимо, все-таки на пары как раз пошла. Без закрытого панга на руке она решила пойти на пары, причем на нижние пары. Она, вот видите, уже стала пробрасывать шестерки точек. Перестроилась на нижние кости. Но мне повезло больше. Я собрал верхние быстрее. Но, кстати, она мудро поступила, потому что я скидывал нижние и мог попасть в руку ей. Если бы она начала с меня открываться. Ну вот, первое место. Всем спасибо.